пневматический тир, да? Стреляем в пневматическом тире из винтовок, из пневматических пистолетов и пистолетов под патрон, револьверов под патрон Флобера. Это, подскажите, есть. Мы находимся правильно как в магазине, или это как правильно назвать? Магазин, да? Ну, или мы коллекция? Вообще, мы себя... Нет, это все стреляющие, коллекционные, это вот там сумка, сапоги. А, все, так, да, это магазин. Так называемые макеты массогабаритные, а это стреляющая пневматическая, то, которое не требует разрешения, калибр. И во Франции то же самое, у меня товарищ не смог получить, он даже на гладкоствол не смог получить. Я же может и мог получить гладкоствол, но я понял, что это пармирующее. Пойдемте дальше. Блиндаж не был бы блиндажом, если бы, если бы не было бы продолжения. Здесь у нас тройбольный тир. Отличается у нас основное отличие, это то, что мы стреляем вот такими вот шарами калибр 6. Ага. То есть, если здесь было 4,5 вот в предыдущем тире, то здесь... В пневматике 4,5? Да, там 4,5, это уже 6. А это 6, прикольно. Да. Стреляем мы вот такими вот вещами, АК, которые по весу максимально приближены к натуральным. Правдоподобно. Да. Покажи, Эдик. Слышите, ну а получается держать его нужно. Не нажимаем ничего. Тогда, когда вы уже придете к нам пострелять, мы вам проведем полный инструктаж. Экипируем вас очками обязательно. Отлично. А это да. У нас тот получается 5 стоит? Этот стоит. По стоимости все потом расскажу. Класс. Ну прямо что? Держите. Самое главное, что я хотела сказать, что, ага. что экран, который вы видите перед собой, на нем загорается изображение. Вот, и около 1500 программ. То есть есть учебные, развлекательные, статические, подвижные, okay. охотничьи, эротические, вклады, okay. да. Ну, в общем, круто. Здорово. Можно выбрать. И типа ты вот тут стоишь, да, и вот тут в экран. Вот так, да? Не-не-не, вы, получается, стоите вот в той комнате, да, потому что расстояние будет рикошетить. Все-таки рикошет. А, экран просто двигается. Да, 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 он становится не так, как нужно. Прикольно. И арбалет наложенный наш тир. Ух ты. Всю эту продукцию тоже можно приобрести. А, получается. А стреляем мы вот. Либо вот такой охотничий лук, либо вот такой олимпик из такой экипировки, то, вернее, из таких луков стреляют китайские спортсмены. То есть это, несмотря на то, что вроде написано Made in China, сделано непосредственно под заказ для чемпионов. Ну, мы же знаем, как ведут себя китайские спортсмены. Они, если не занимают первую тройку, то это для них уже... Смертельная трагедия, скажем так, для всей страны. Прикольно. Либо стреляем вот с арбалетом с оптическим прицелом, арбалет с лазерным целеуказателем. Да, получается, вот эти вот стрелы, да, настраиваются? Нет, вот такого поменьше. Поменьше длина. И для вот пистолетного, то, что я вам говорила, вот такого, вот. Да. Ну, сразу вам покажу, чтобы было понятно, что такое лазерный целеуказатель. Вот видите, возникает красный, класс. Да, то есть не нужно будет ни подносить ничего, то есть максимально безопасно мы нажимаем, есть у нас кнопка активации и таким же образом стреляем. И это продается. А то, что вы говорили, вот эти стрелы, ими стреляем из лука. То есть, это где нужно прицеливаться, нужно учиться, да, вот ну, скажем так, вот этот блочный, он более, скажем так, адаптивный. То есть, в принципе, поскольку он охотничий, знаете, что долго не учиться, не тренироваться, есть у него всякие оптические приспособления, которые позволяют. Помогают тебе прицелиться. Да, да, да. Что касается олимпика, то здесь, конечно, уже нужно иметь даже не столько навык, сколько практику. Чтобы практика. Они спортсмены, например, они стреляют целый день. Ну, для да. того, чтобы вот была вот эта, во-первых, сама мышца должна быть развита, чтобы она не болела от той силы натяжения, от той нагрузки, которая предоставляется. И, соответственно, и чтобы максимальный был результат при прицеливании и попадании цели. Вот такая ночка.
Да. Интересно. А где вы говорите, вот это вот все уже коллекция, что собирается, да? Где-то там. Вот, ММГ подойдите. Вот такого плана. Вот здесь есть у нас те, которые использовались, спортивные. Деактивированным, когда он уже стрелять не будет, распилен ствол, спилен боёк, совершенно верно. Больше для фото, для видео, для, скажем так, наши макеты очень часто принимали участие в съемках фильмов разнообразных. Еще раз глянем, как бог черепаху, елки.